Магаданскую ТЭЦ запустили еще в четверг, и уже сейчас все тепловые пункты работают. Однако в некоторых домах до сих пор нет тепла. Как рассказал мэр областного центра Юрий Гришан, в таких случаях виновата управляющая компания. Что касается жилья, если кого-то не подключили, пожалуйста, на горячую линию департамента ЖКХ. Если не знаете номер горячей линии, звоните 112. Там в колл-центре идет обработка всех ваших звонков, связывается с управляющей компанией. Отрабатываем те подъезды, где по разным причинам люди позакрывали квартиры, поперекрывали стояки. Такие есть. Вот сегодня две ситуации по Соколу, по Магадану. Мы научились открывать такие квартиры, приводить в порядок инженерные сети. И далее люди уже не будут ощущать этой проблемы. Я думаю, что вот по показателям Магаданской ТЭЦ сегодня значительно увеличился отбор тепла. А как только дома подключают, сразу ТЭЦ на макроуровне видит, сколько тепла ушло в дома. Я думаю, что завтра-послезавтра мы уже о запуске отопления и не вспомним. Все будут обеспечены ресурсом и никаких проблем не будет.